ходит, ходит, трется по торговым центрам, все, по кафешкам. Ничего у него нет, никого у него нет. И делом-то он нормальным не занят. Господи боже. Нет, ребятки. Это не мираж. Это Сёма. Сёма, который наконец-то может побездельничать. Который всю свою юность провел в занятиях, в экзаменах, в поступлениях. Учился, учился. Ой, ради чего он учился? Сёма, скажешь, он учился ради того, чтобы наконец-то ничего не делать. Хотя бы один год своей жизни, я не знаю. Наконец-то ничего не делать. Вот ради чего он учился, понимаешь? Прекрасный туалет. Она благословляет нас, мужчин, чтобы мы удачно отлили.